Хорошие погодные условия способствуют работе, согласно графику. В округе продолжается ремонт дорог. В этом году запланированы работы на 34 участках общей протяженностью 17 километров. 11 обновляемых проезжих частей расположены в городе Люберцы. Асфальтовое покрытие на улице Авиаторов ремонтируется по всей протяженности. 2 недели назад рабочие приступили к подготовительным работам. Демонтировали старые борты, сняли покрытие. Было профрезеровано 5-6 сантиметров, то есть в зависимости от мест локально. Постелен выравнивающий слой асфальта, подготовлено. После рабочие обновили тротуар и бордюрный камень. Чтобы ремонт дороги не доставлял неудобств жителям, а работы закончились в сжатые сроки, на объекте задействовано одновременно 20 человек. С укладкой покрытия они справились за один день. Сегодня укладываем асфальт свыше 6 тысяч квадратных метров. Тут есть у нас перекрестки, поэтому у нас получается 3 раздельных участка. Соответственно, на все участки мы делаем постепенно. Сегодня планируем закончить полную асфальтировку. Ремонт проезжей части на улице Авиаторов, как и по многим другим адресам, сделали, учитывая пожелания жителей по результатам голосования на портале Добродел. Все 34 участка дорог, которые вошли в план 2020 года, должны отремонтировать до конца лета. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.